Альхамдулиллях, альхамдулиллях, хвала Аллаху, хвала Ему одному, хвала многое, несчислимое. И сколько мы бы ни хвалили Аллах Субхану Тааля, мы никогда не сможем благодарить за все те милости, которые нас осыпают. И в Аллахе, кого Аллах ведет прямым путем, того никто не собьет, а кого Аллах сбил, того никто не наставит. И благие пожелания и приветствия пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, всей его семье и всем сподвижникам. И я свидетельствую, что нет никого достойного для поклонения, кроме одного Аллаха Субхану Тааля. Я свидетельствую, что Мухаммад является его рабом и его посланником. А затем, хвала Всевышнему, альхамдулилля, вот и закончился месяц Рамадан. Столько мы собирались в мечети, столько мы готовились к этому месяцу, столько думали, боялись некоторые, как пройдет этот месяц, как мы выдержим и так далее. А он пролетел так, что никто практически не заметил. И в этом году очень быстро прошел, с кем не разговариваешь, все это свидетельствует. И прошел очень на дружной ноте, альхамдулилля. Я от себя лично хотел поблагодарить всех, кто принимал участие в организации. Очень много ребят трудились в мечети, тут работали, готовили, убирали, мыли, дежурство организовывали. В этом году все прошло, альхамдулилля, очень дружно, и праздник организовали хорошо, и выехали, и за городом были, очень приятное время провели, и для детей праздник организовали. Время провели с пользой. Я думаю, что в будущем мы будем еще больше улучшать, думать, как нам проводить праздники на пути Аллаха, стараться больше. Альхамдулилля, это тоже баракет от Аллаха, это надо ценить, это беречь. Единство сейчас очень редкая вещь в рядах мусульман. Обычно идет раскол, спор по всяким мелочам, пустякам. Сильная личность как раз-таки может превознестись над своими какими-то личными амбициями, над какими-то мелкими мотивами, мелкими пунктами, которые не устраивают. У всех есть какие-то запросы, какие-то недостатки, кого-то что-то это не устраивает, кого-то это не устраивает. Но человек должен уметь подавлять себе всякую мелочь на благо джамаату. Тогда и получается у нас идеальное, хорошее общество, которым Аллах Субхану Тааля сказал, вы являетесь примером для остальных. Мы, мусульмане, являемся примером, но мы пример только тогда, когда мы объединены, когда мы вместе. Что и недруги ислама с успехом пытаются внести раскол в наши ряды, и мусульмане раскалываются на разные партии и группировки. Аллах Субхану Тааля сказал, держитесь, ведь Аллаха не раскалывайтесь подобно тем, которые погибли до вас, они раскололись на разные партии и группировки. Вот сейчас такое происходит, это и пытаются сделать. Это еще Юлий Цезарь говорил, разделяй и властвуй. Когда разделяют людей, мусульман, тогда с ней можно что хочешь делать. Наша же задача, наоборот, объединяться на религии Аллаха Субхану Тааля. И вот месяц Рамадан показал хотя бы, что мы за год качественно выросли, и старые приходили. Была одна бабушка, которая постоянно ходила, 20 ракятов выдерживала, машалла, ночью приходила. Пусть Аллах увеличит всем иман, и много-много молодежи было. Это очень хорошо, это очень радует. Один момент печалит, вот о нем хотел бы сегодня поговорить. И нет, конечно, бочки меда без ложки дегтя. А это, конечно, расточительность. Исраф. Анализируя прошедший Рамадан и вообще, сколько времени прошло, вот мечеть мы построили, альхамдулилля, заканчиваем отделку, все по милости Аллаха, только по милости Аллаха приходит баракят, а значит мы должны это ценить и беречь, и не только мечеть, а то, что и Аллах дает нам в жизни, в домах наших, все из того, что Аллах Субхану Тааля нас наделяет, мы должны беречь и ценить. Если люди не ценят это, они впадают в большой грех, думают, что маленькие впадают в большой грех, это исраф. И мы привыкли этим словом называть исраф расточительство. На самом деле исраф делится на два слова, ученые делят его. На два слова я просто скажу, но так мы и будем продолжать говорить исраф, так как людям это понятнее, привычнее, удобнее. Исраф делится на два вида. Табзир – это незнание, на что тратить. У человека есть деньги, он не знает, на что потратить. А, потрачу на это, потрачу на то. И вот его деньги ушли в пустоту. И сам исраф – это незнание, сколько тратить. Сколько? Вещь стоит рубль, а он, за нее 20 рублей дам. Да что у меня есть же? Это тоже есть исраф, это неправильно. Имам Ибн Абидин, рахимуллах, сказал, исраф – это трата чего-либо на то, что нужно больше, чем необходимо. Нужна тебе вещь, но ты тратишь на нее больше, чем необходимо. Все, ты уже попал в исраф. Ты уже попал в грех, ты уже попал в исраф. А табзир – это трата на то, что не нужно. Не нужна тебе вещь, а ты говоришь, пригодится, давай куплю, пусть валяется. И вот она валяется, она портится, она ломается, ты за нее заплатил деньги, ты попал в одну из разновидностей исрафа, которая называется табзир. И в Куране и Сунне есть предостережение от исрафа, от обоих видов расточительства, но мы будем называть это исраф. И Аллах Субхану Тааля сказал: «Ватизаль курба хаккаху валь мискина вабана сабили валя тубазира табазира инналь мубазирина кяну ихвана шаятин вакяна шайтану лираббихи кафура». Раздавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно. То есть раздавай должное родственнику, бедняку и путнику, не расточай чрезмерно, чтобы самому не остаться потом без ничего, и чтобы ты завтра сам не ходил и не просил помощи у других.
других. И дальше Аллах продолжает: «Воистину, расточители – братья дьяволов». «Ихвану шаятин», Аллах Субханаху Тааля говорит. То есть расточители, те, кто расточительствует, братья дьяволов, братья сатаны, братья шайтанов. Поэтому те, кто делает исраф в любом виде, здесь, в мечеть, у себя дома, у себя на работе, в окружении, неважно где, если ты делаешь исраф, ты уже становишься братьями дьяволов, шайтанов. А ведь сатана, Аллах Субханаху Тааля дальше продолжает, а ведь шайтан неблагодарен своему Господу. Сура Аль-Исра, 26-27 аят. И дальше Аллах Субханаху Тааля говорит в другом аяте: «Я бани Адаму, хузи зинатакум инда кулли масджиди вакулю вашрабу валя тусрифу, иннаху ля тухиббуль мусрифин». О сыны Адама, облегайте свои украшения при каждой мечети. То есть украшайтесь при каждой мечети, одевайте лучшее. И что вы можете делать при мечети? Это поклонение Аллаху Субхану Тааля. Это и есть лучшее украшение для человека. «Ешьте и пейте», дальше говорит Аллах, «но не расточительствуйте, ибо Он не любит расточительно». Сура Аль-Араф, 31 аят. Имам Аль-Бухари, приводя слова Аллаха Субхану Тааля, «Скажи, кто запретил украшение Аллаха, которое Он даровал своим рабам?» Сура Аль-Араф, 32 аят. Привел слова посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям: «Ешьте, пейте, одевайтесь и делайте садака, избегая исрафа и высокомерия». То есть, где исраф, там появляется высокомерие. Один дал 5 рублей, и я дам, что, 5 не для меня, это вообще ничего, я дам 20 рублей. Вот тут надо опасаться, если человек ради Аллаха хочет, ну, у меня есть возможность, почему бы нет, у него есть 5 рублей возможность, у меня 20 рублей. Но если это пошло высокомерие, то там уже исраф, там и высокомерие. И сказал Ибн Аббас, ради Аллаху анху: «Ешь сколько хочешь, одевайся сколько хочешь, пока к тебе не подступят две черты – исраф и высокомерие». Поэтому очень обидно, неприятно, когда видишь, что стараются многие братья, даже тут мечети. Я не знаю, как кто дома живет. Аллаху алим, мы не заглядываем. Но вот видно, как люди относятся. Поставили новые жалюзи в Тахарадхана мужской, уже сломали ручки, которые крутит. Что такое? И сломали это не дети. Мы думали, что дети там, потому что силой окно закрыли, ребенок не сможет, и наверх еще поднялись. Вот кому-то взрослому надо было, мы потом все это поснимали. Хотя это братья сделали садака для мечети. Так тоже относиться нельзя. Я думаю, дома каждый поберег бы, повесил бы и, наверное, тряпочкой вытирал бы пыль. А здесь можно поиграться, сломать. Так нельзя относиться. Часто видишь, что свет горит, не выключают. Дома, наверное, своим детям подзатыльники дает тот, кто оставляет тут свет. Почему? Потому что же он дома со своего кармана платит. А здесь же бесплатно, здесь можно. Воду оставляют, вода течет, никому дела нет. Было такое, что сестры моют посуду, бегают в зал, воду оставляют включенным, а вода льется. Разве это правильно? Разве это не исраф? Это и есть самый настоящий исраф. И Аллах Субхану Тааля про таких людей сказал: такие люди – братья шайтанов, братья дьяволов. Никакого блага в таком поступке нет, а есть только зло. Поэтому мы должны таких вещей беречься. Или же проявляют нервы, начинают по стенкам колотить. Что это такое? Ломают только ремонт. Это и есть самый исраф. Наверное, свой какую-то любимую вещь по машине своей не пинул бы, или телефон свой дорогой не разбил бы. Поэтому человек, каждый тоже у себя на уме. Что-то он может позволить себе сломать, разбить, а что-то, что действительно ему дорого, что он купил, что за это он пот проливал, и он знает, каким трудом ему досталось, он это бережет. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, что такие люди – это братья шайтанов. И этот грех не является маленьким. В исламе исраф, расточительство, является большим грехом. В любом случае, дома ли ты так позволяешь себе? В обществе ли ты позволяешь себе? Напомню, Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, тот вопрос, который все гордились, вот я помню, шумели мусульмане, о, знатоки, что, где, когда смотрели передачу, все они в шоке были от этого вопроса, когда задали им вопрос, почему Умар ибн Хаттаб одну лампадку тушил с маслом, когда приходили к нему люди, а другую зажигал. Никто из знатоков не смог ответить, а потому что он спрашивал у человека: ты по какому вопросу пришел? Если человек говорил, что по вопросу мусульман, он оставлял масло гореть из казны мусульман. А если говорил, что по личному вопросу, мне просто с тобой надо побеседовать, или я пришел тебя навестить, он тогда тушил лампадку общую, лампу с маслом из казны мусульман, зажигал свою собственную, чтобы не делать исраф. И все не мусульмане пришли прямо в восторг. Как же это так можно? Правитель целой империи, по их взглядам, империя тогда исламская, и так вот бережет масло, потому что у них такого никогда не было. Почему? Потому что он боится исрафа. И мы должны также поступать. На сегодняшний день вот это, к сожалению, не замечаешь. Особенно здесь в мечети приходят, и видно, что люди исраф делают. Ты принеси сюда, ты не уноси из дома Аллаха, потому что в Аллахе эта мечеть построена на деньги, такие же, как ты, братьев и сестер. Если дал твой брат или твоя сестра, возможно, последние деньги бы выбор купить своим детям или же половину отдать. И половину отдают, приносят мечеть, а ты берешь эти деньги, топчешь. Просто выбрасываешь, рвешь на части, по твоей вине эти деньги улетают в пыль. Надо потом снова переделывать, надо добавить
добавляет, надо что-то изменять, надо за тобой ремонтировать, подчищать. Почему? Ведь этого можно не делать. Просто каждый должен быть чуть-чуть ответственным в этом вопросе. И если даже кто-то считает, что это мелкий грех, вот к таким я бы хотел бы и обратиться. Аллах Субхану Тааля говорит: оставьте грехи явные и скрытые. Поистине те, которые совершают грех, получат воздаяние за то, что они совершали. Сура Аль-Анам, 120 аят. И Муджахид об этом аяте сказал. То есть все грехи ослушания Аллаха. Нету перед Аллахом больших и малых грехов. И Аллах Субхану Тааля сказал дальше: если вы будете избегать тяжких грехов из тех, что вам запрещены, то мы простим вам ваши прегрешения и ведем вас через врата благословенные. Сура Ан-Ниса, 31 аят. И также Аллах Субхану Тааля сказал: он воздаст творившим благое за то, что они делали. Тем, которые избегают тяжких грехов и недостойных поступков, за исключением малых прегрешений. Сура Наджм, 31-32 аят. И Анас, ради Аллаху Анху, говорил: поистине вам обещано прощение того, что не является тяжким грехом. Если ты от тяжкого греха бережешься, ты от него себя бережешь, ты его сторонишься, то если даже у тебя остались какие-то мелкие грехи, Аллах Субхану Тааля тебя простит. Но не бывает так, что ты упорствуешь в малых грехах и бережешься больших. Обязательно малые грехи приведут тебя к большим. Что такое большой и малый грех, может кто-то спросить. Давайте посмотрим, что по этому поводу сказал Ибн Аббас, ради Аллаху Анху. Он говорил: большой грех – это любой грех, за который Аллах уготовил наказание в аду, или гнев, или проклятие, или мучение. То есть понятие «малый грех» – это относительно. Если за это уготовано гнев Аллаха, наказание, то оно превращается в большой грех. Нет такого: да, я там сигареты покурил, субханаллах, за сигареты что не будет наказания, сигареты разве не харам? Это большой грех, и за это ты будешь отвечать перед Аллахом, поэтому мелким такой грех отнести нельзя. Иншаллах, про это мы сделали уже хутбу, про сигареты надо опять повторить, сделаем обратно напоминание людям. Имам ад-Дахак сказал: большой грех – это то, за что Аллах накажет огнем, и каждое деяние, за которое уготовано наказание в мире этом, также большой грех. Но берегитесь, как вы думаете, мало грехов. Вот эта беспечность наша сегодня, братья и сестры, в малых грехах нас губит. Да, мы знаем, что нельзя делать зина, да, мы знаем, что нельзя воровать, да, мы знаем, что водку пить нельзя, вообще спиртное. А вот остальные какие-то малые грехи, мы на них не обращаем внимания и попадаем в еще один свойство души такое, гафиллет, беспечность, гафлят, когда человек становится беспечным, и он не обращает внимания на малые грехи. Аиша рассказывал, ради Аллаху Анху, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, ей сказал: «О, Аиша, остерегайся совершать незначительные поступки. Поистине Аллах за них спросит». Ибн Маджа, 4243, Ад-Дарими, 303. И от Сахаль ибн Саада ибн Масуда передается, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Остерегайтесь малых грехов. Поистине малые грехи подобны людям, которые остановились в ущелье. И один пришел с веткой дерева, другой принес другую ветку, пока они собрали дрова на костер, на котором приготовили себе еду. Поистине, когда малые грехи скапливаются в большом количестве, они губят раба. От одной малой ветки не бывает костра, и невозможно на нем, на этой ветке, приготовить себе еду. Но когда их много соберешь, то, естественно, у тебя будет костер, где ты обогреешься, и ты приготовишь еду. Также и малые грехи, когда они копятся у человека, они сжигают его. Почему? Потому что за них наказание будет огнем, о чем предупреждал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Имам Ахмад передает 331 хадис. И поэтому у нас на сегодняшний день видят, что многие братья погрязли в упорном совершении малых грехов. Это касается языка, это касается глаз, это касается ушей, это касается рук, которые делают то, что недостойно, касается ног, которые ведут его туда, где он получает, как кажется ему, малые грехи. И Абдуллах ибн Амр сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Горе упорствующим, которые упорствуют в том, что они делают, зная это». Имам Ахмад, 165, Аль-Бухари, 380 хадис. И достоверность хадиса подтвердили многие имамы и шейх Аль-Бани. Ибн Аббас говорил, ради Аллаху Анху: грех невелик, если за него просить прощения и каяться. То есть человек понимает, он даже совершил большой грех, он начинает тауба делать, он никогда старается больше не приближаться к этому греху, старается отдалиться от него, и для него, иншаллах, асфаталь уменьшает этот грех, становится маленький. Почему? Потому что человек испугался того, что он совершил. Но и немал, продолжает Ибн Аббас, если упорно его совершать. Ат-Табари, 41, Ибн Аби Хатим, 943. Имам Ибн Батль сказал: если мало грехов становится много, и в совершении есть упорство, то они превращаются в большой грех. Шарх Сахих Бухари, 202 сообщение. И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: если раб Аллаха совершает грех, то на его сердце появляется черное пятно. И если он перестает грешить, просит прощения и раскаивается, то пятно исчезает. То есть, какой бы грех ни совершил, да, мы все грешные. И пророк, саллаху алейхи вассалям, в другом хадисе сказал: сыну Адаму свойственно ошибаться, то есть совершать грехи. Но лучше из ошибаться
ошибаюсь, что это кающиеся, кающиеся, которые каются и не совершают такие грехи, и оставляют эти грехи. Аллах субхана тааля прощает им, иншаллах. И в этом хадисе посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, говорит: если раб Аллаха совершает грех, то на его сердце появляется черное пятно. Если он перестает грешить, просит прощения и раскаивается, то пятно исчезает. Если же он повторяет грех, то это пятно не только появляется вновь, оно еще и увеличивается, говорит посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и может окутать все сердце покрывалом, о котором сказал Аллах субхана тааля. И здесь пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, приводит слова Аллаха субхана тааля. Но нет, покрыло сердца их то, что они совершали. Покрыло сердца их то, что они совершали. Аль-Мутафифин, 14 аят. То есть грех покрывает полностью сердце человека, и человек находится полностью под властью греха. Несмотря на то, что казалось со стороны, а что тут такого? Это маленький грех. Нет, на самом деле он уже превратился давно для тебя большой. Если ты не следишь за своим языком, порочишь честь мусульман, не следишь за своими ушами, слушаешь такие речи, не следишь за своими глазами и так далее, этот грех покрыл твое сердце, аузубилля. И у каждого из нас есть эта проблема. У каждого есть те мелкие грехи, на которые он говорит: ладно, вот завтра обязательно оставлю, вот я буду, я смогу. И так далее, проходит день за днем, и он не оставляет, и сердце его опутало паутина этого греха, как сказал Аллах субхана тааля, покрыло их сердце, покрывало то, что они совершали. От Тирмизи, 3334, хадис Ибн Маджа, 4244. И достоверность хадиса подтвердили многие имамы. Ибн Масуд говорил: правоверный, то есть мусульманин, смотрит на свои грехи, словно сидящий под горой, который боится того, что она упадет на него. Если ты маленький грех сделал, ты боишься, вдруг этот грех будет причиной того, что Аллах субхана тааля заведет тебя в джаханнам. И вот он сравнился с человеком: если сидишь под горой, тебя привязали, а гора над тобой качается, большой утес, и ты думаешь, вот сейчас упадет, и от меня останется лепешка. То есть человек постоянно находится в страхе. Любого человека посади под большой камень, который качается, и он будет, конечно, находиться в страхе. Нечестивец же, продолжает Ибн Масуд, смотрит на свои грехи, как на муху, пролетевшую перед его носом. Даже если большой грех сделал, фасик думает: а, ничего страшного, у меня я пост держу, я читаю намаз, ничего страшного, если я этот грех сделаю, или же я его совершил. Для него этот грех, как будто бы муха пролетела около носа. Приводит имам Аль-Бухари, 6308. И однажды Хузайфу, ради Аллаху Анху, Хузайфу, хранитель секрета пророка, саллаху алейхи вассалям, ибн Аль-Яман, спросили: сыны Исраиля оставили свою религию в один день? У него спросили: как получилось так, что они под гневом оказались, что они заблудились, что они сбили с пути? И он ответил: нет. Однако, когда им было что-то велено, они это оставляли. Когда им было что-то велено, они это оставляли. А когда было что-то запрещено, они это совершали. И так было до тех пор, пока они не вышли из религии так же, как человек снимает с себя одежду. Абу Нуайм, переводит 279 Аль-Байхакы, 6817. И обратите внимание, до чего довели грехи, незначительные, казалось бы, грехи, целый народ Бану Исраиль. Ведь Аллах субхана тааля их возвысил сначала, а потом что с ними случилось? И Аллах про это говорит: о сыны Исраиля, помните о милости, которую я оказал вам, а также о том, что я возвысил вас над мирами. Сура Аль-Бакара, 47 аят. То есть сначала Аллах субхана тааля этот народ возвысил, а потом вот такое пренебрежительное отношение к религии, оставление того, что повелено, и выполнение того, что запрещено, привело к тому, что они стали униженными и вышли из религии. Что это для нас и есть предупреждение. И Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, сказал: ислам стал той причиной, по которой Аллах субхана тааля вас возвысил. И ислам станет той причиной, по которой вас унизят, или вы будете унижены. Если ты оставляешь, если для тебя кажется, что грехи незначительные, тут ничего такого нет, все, ты уже стал униженным. Ты уже сам себя унижаешь тем, что ты не подчиняешься Аллаху субхана тааля. Тем, что ты для себя решил, что этот грех для тебя незначительный, а может быть, Аллах субхана тааля решил по-другому, и этот грех будет огромный на твоих весах и тяжелый. Именно за него, именно не за большие грехи, которые ты принес, возможно, покаяние, а вот этот грех ты оставил и забыл, и упорствовал в его свершении. Именно этот маленький грех перетянет твои весы и тебя загонит в огонь, именно по причине, как казалось бы, для тебя пустяка, но именно он послужит причиной того, что ты окажешься в огне, аузу билля. И Аллах субхана тааля по этому поводу говорит: вы распространяете ложь своими языками и говорите своими устами то, о чем у вас нет никакого знания, и полагаете, что этот поступок незначителен. Хотя перед Аллахом это великий грех. Аллах говорит, хотя перед Аллахом это великий грех. Сура Ан-Нур, 15 аят. Поэтому человек может думать, что этот грех незначителен, а на самом деле перед Аллахом это великий грех. Великий грех, о чем я и хочу вас и себя в первую очередь предупредить, что не бывает для мусульманина каникул, выходных, проходных, не бывает маленьких каких-то грехов, не бывает незначительных поступков. Именно за этот поступок ты можешь быть рассчитан, и все твои усилия, которые были до этого,
этого они пойдут на смарку. И Анас ибн Малик, ради Аллаху Анху, сподвижник, во времена сподвижников говорит уже такие слова, табиин, следующим за сподвижником поколением. Смотрите, какие слова, нам от этих слов в какую дыру залезть, куда убежать, что нам делать? Он говорит, вы совершаете деяния, которые в ваших глазах тоньше волоса, но во времена посланника Аллаха мы считали смертными грехами. Аль-Бухари 6492. Это сподвижник говорит, вот не прожил, он еще живой, он видел пророка, саллаху алейхи вассалям, он следующему поколению, табиин, которые тоже были очень достойны, очень хорошие, очень лучшие люди этой общины были, и многие ученые вышли оттуда. Им говорит такие слова, вы считаете многие грехи тоньше волоса, а мы, во время посланника Аллаха, считали смертными грехами. А нам что делать? Мы вообще их не берем в расчет. Не то, что как волос, для нас просто не существует. Сделал, сделал, ну и что? А вон и начинаем. А посмотри тот, что делает. А посмотри, что этот делает. А зачем на них смотреть? Ты на себя посмотри. Анас ибн Малик говорил людям, которые намного лучше, чем ты. Ученым, продолжателям дела посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил. А ты чем выделился? Чем мы выделились? Вот эти слова как раз-таки нам и относятся. Мы с этим табиин и рядом стоять не можем, последователями, из которых все четыре имама были, из которых многие-многие ученые, к ним обращаясь, он и говорил, для вас тоньше волоса, а для нас это были смертные грехи. А для нас это вообще пустяк, но за этот пустяк никто не отменял наказание. Как было, оно так и осталось, и Аллах Субхану может именно за этот пустяк очень сильно человеком рассчитать. И Абу Аюб Аль-Ансари сказал, поистине, человек может совершить какое-либо благодеяние, возлагая на него надежды. Вот совершил большое, хорошее дело. Аль-Хамдулля, надеется. Да, надеется. Да, торгуется с Аллахом. Но что дальше говорит Абу Аюб Аль-Ансари? Но в это же время, забывая про свой незначительный грех, а представь пред Аллахом, они, эти маленькие грехи, окружат его со всех сторон. Окружат его со всех сторон. И поистине, человек может совершать грехи и пребывать в состоянии страха за них. А представь пред Аллахом, он окажется в безопасности. То есть, человек постоянно держится под контролем, он боится совершать даже маленькие грехи. Асад ибн Муса, Раззухт, Фатхульбари, 387 сообщение. И многие-многие имамы про это говорили. Шейх ибн Аль-Каим говорил, поистине, раб не перестанет совершать упорно грех, пока он не станет пренебрегать им, и пока он не станет для его сердца малым. То есть, сначала он показался большим. Первый раз, когда он сделал, да, он испугался. А потом повторил, повторил, и вот этот грех для его сердца стал уже таким малым, незначительным, пустяком. И это является признаком, говорит шейх дальше, гибели человека. Ведь поистине, каждый раз, когда грех становится малым в глазах раба, он становится великим перед Аллахом. И также шейх ибн Аль-Каим, рахимуллах, сказал, грехи – это раны. Маленькие грехи – это множество мелких ран, а из мелких ран течет кровь. И человек, когда получил очень много, пусть мелких ран, но кровоточащих, он умирает. От чего? Потому что у него кровь вся вытекает из организма, от потери крови. И он говорит, а множество ран приводит к смерти. И также он сказал, шайтан не перестанет упрощать для человека совершение прегрешений, пока он не станет относиться к ним пренебрежительно. И совершающий тяжкие грехи, но опасающийся за них, в лучшем положении, чем такой человек, который совершает малые грехи, но пренебрегает ими. Аддава, Аддава, 144 сообщение, Тафсир Аль-Каим, 613 сообщение. И поэтому нет такого понятия ислам, маленькие, большие грехи. Да, есть смертные грехи, которые посланник Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, перечислил. 7 смертных грехов в известном хадисе. Иншаллах, мы их тоже разберем. Но мы это знаем. Практически все это знаем. А вот мелкие грехи, которые подобны маленькой осе или пчеле, один раз ужалило, ничего не будет. Но если соберется весь рой, человек может просто-напросто погибнуть, если они кинутся на этого человека. И умный человек никогда не будет противостоять маленькому рою пчел. Он маленький рой. Но там, если посчитать, там много пчел. Или же ос. Он убежит от них, хотя человек по сравнению с ним большой и сильный. Каждую пчелу он может запросто прихлопнуть рукой. Но я еще не видел в Аллахе такого человека, который будет драться с пчелами. Он будет искать такое место, куда бы залезть от них, спрятаться, прыгнуть в воду, с головой уйти, лишь бы спастись от этих маленьких, маленьких, по сравнению с ним, бессильных насекомых, но которые могут его закусать до смерти. Вот такие маленькие грехи, казалось бы, которые рядом с человеком, они облепляют его со всех сторон и жалят. И каждый оставляет свой яд. А яд, оставленный в теле человека, начинает разлагаться, что приводит к смерти его души, то есть к наказанию Аллаха Субхану ва Тааля. Я прошу всех, чтобы мы задумались об этом, какие у каждого есть грехи. И вот этот грех, с чего я начал, и страх, что в мечети будет, что будет дома, что на работе, где бы ни было, пожалуйста, берегитесь от этого греха. То, что Аллах Субхану ва Тааля дал вам, цените, не расточайте. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что такие братья шайтанов, а в Аллахе он дальше продолжает, что шайтан неблагодарен Аллаху, и такой человек получается неблагодарным Аллахом. Поэтому берегитесь Исрафа, где бы ни были, когда бы ни были, тогда Аллах Субхану ва Тааля обязательно даст вам баракят. Многим не дает баракят из-за чего? Потому что у них Исраф во времени, не только в имуществе, во времени, в
здоровье, в делах его, в словах его, в его жизни, в его здесь и страх. Он пользуется этим неосмотрительно. Я прошу Аллах Субхану Тааля, чтобы Он нас всех укрепил на его религии, чтобы Он нам простил грехи, и малые, и большие, чтобы Он нам открыл сердце для понимания его религии, чтобы Он нас вел путем пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, всех его сподвижников, так как нет другого пути, кроме этого пути. И собрал нас всех под знаменем пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, в день расчета, и вел нас в сады Фирдаус вместе с любимым посланником Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Аминь.